Слава Богу. Praise be to God. У меня вообще было такое под worship, такое вдохновление у меня было. Я должен это сказать. During worship I was inspired to say the following. Я просто чувствовал какой-то особый божественный ветер на этом месте. I just felt this significant and God's presence here. И это делает наше служение очень уникальным и свежим. This makes our worship here refreshing and our service unique. Вам хорошо здесь? Кому здесь уютно? Are you comfortable and cozy here? Hallelujah. Hallelujah. Мне нравится там, что вам в конце самое лучшее. At the end there, I like it the most. Yeah, это просто хочется, чтобы действительно, как я пелась в песне, что Дух Святой начал вести. It's truly a desire that the Holy Spirit lead us, as it was sung in the song. Я знаю, что по-настоящему каждое сердце, оно хочет быть водимо Духом Божьим. And I know every heart wants to be led by the Holy Spirit as well. Столько у нас всего хватает в жизни. We have so much of everything in our life. Столько разных всяких нагрузок мы проходим. So many hardships that we go through. Or pressures. Что когда мы подходим к такому особому важному служению, that when we partake in this significant communion, и мы понимаем, что есть особый запас информации божественной силы, которая нас укрепит, and we understand that we need to take an abundance of the strength ahead of time. Конечно, я хочу сегодня подойти к этому служению, очень важному служению, укрепляющему служению. And coming forward to this significant event that we're about to partake. Через слово Господне. Through the word of God that strengthens us. Также у меня много мыслей, то, что мы проговорили почти три дня на men's retreat. A lot of thoughts are going through my mind for the past three days that we discussed at the men's retreat. Оно как-то тоже, оно вошло в меня, и я где-то тоже что-то как бы напомню об этом. It has been, it's dealt with, has come inside within me, and I'm reminded of it once again. И я хочу, чтобы вы открыли Слово Божие, потому что, что бы мы ни делали в церкви, Господне, Слово Божие, оно вдохновляет очень сильно. The Bible, because regardless of what we do in our life, the Word inspires us. Это Евангелие Матфея. Episcopal of Matthew. Я буду читать по-русски, а по-английски, пожалуйста, вы выставьте, и чтобы меньше, чтобы сохранить время. Матфея 16:13-19. 16:13-19. Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию, или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Йонин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Вы знаете, вот это могущественное откровение, you know, this mighty revelation, что ни плоть, ни кровь, that not the flesh or blood, ни что-то человеческое, not of anything of a man, открыло нам сущность, has revealed to us, открыло нам Сына Божьего. The Son of Man, the Son of God. Мы по-настоящему знаем Бога. And we truly know God. Это делает нас. This forms us into просто радостными, сильными, to rejoice, to be victorious, to be majestic, mighty in God. Потому что мы имеем столько противлений. Because we have so much resistance going against us. Против нас плоть воюет. The flesh fights against против us. Против нас ситуации порой против нас. The situation battles against us. Но не плотью и кровью. But not by the flesh and blood. Но Духом Божьим. But by the Spirit of God. Нам открыта истина. It has been revealed to us the truth. Что Иисус Христос есть Сын Божий. That Christ Hallelujah. Is the Son of God. Hallelujah. И что открыто, что Он нам поможет пройти. And it's been shown, revealed that He will help us go through this. Через что бы мы ни проходили. Regardless of what we go through. Он поможет нам пройти. He will help us overcome. Я хочу это сказать от всего сердца. I want to say this wholeheartedly. Чтобы вы сказали, я знаю, что
я читаю, делаю эти требования, но это немножко сдвигает нашу форму. I know I sometimes make all these requirements from you, but this will change the form. Я хочу, чтобы вы сказали своему соседу: ты это пройдешь. I want you to tell your neighbor, you will overcome this. Вы это пройдете. You will overcome this or walk through this. Потому что, знаете, много раз люди попадают в долину смертной тени. So often we go through the valley of the shadow of death. Кто был в долине смертной тени? Who has been in the valley of the shadow of death? Но слава Богу, что вы там не остались. Well, it's a good thing that you didn't remain there. Пройдя такую долинку, so walking through this low valley or low я хочу вас предупредить, I want to give you notice что после такой долинки есть вершина. I want to tell you that there is a high and a low. After this low, you're going to hit the heights. Кто на лыжах любит кататься, они знают, когда они наверху горы и видят все это. For those that like to ski, when you're on top of a mountain, you see the whole view. Это такое, такая панорама. It's such a beautiful panoramic view. Ты просто ликуешь. You just rejoice. Потому что ты на горе. Because you're on the hilltop. Я вам хочу сказать. I want to tell you, что Бог всемогущий, God, который кидает нас иногда в долины, sometimes takes us into the valleys, тот же самый Бог, the same, very same God, он имеет ту же самую силу, he has the exact same power, поставить нас на гору, to bring us onto the mountaintop. Знаете, я могу вообще даже You're мне fine. Хочется вообще даже не проповедовать то, что у меня есть. I don't even want to preach on my topic today. Мне даже хватает этого одного места, которое перед мной брат прочитал. It's enough with the passages the other previous brother read. Этот стих, который брат перед мной прочитал, он меня взрывает всю this мою жизнь. Wonderful passage that just взрывает, lights я имею в виду, взрывает мое духовное состояние духовно. My life on fire, kind что of catches у Бога есть воскрешающая сила. That God has resurrecting power. И Христос умер, но Он воскрес. And Christ died, but He was resurrected. И Он может воскресить нас. And He will resurrect us as well. Я хочу сказать сестрам, которым после 80, вы всегда молодые у нас. I want to say it to the young ladies here after 80. Если Бог вам еще даст прожить по 30 лет, слава Богу. May the Lord bless you with another 30 years. Мы не знаем, знаете, это Бог. Сегодня я хочу сказать, что у нас есть такая сильная надежда и для старших, и для среднего, и для младших. Elderly and the young here, that что Lord у него gives есть сила, которая может поднимать that, нас. That he gives hope and strength to rise up. Конечно, я не знаю, как моя реакция. Всегда хочется быть помоложе. Не знаю, может, кому-то хочется быть постарше. I always want to be a little younger. Maybe somebody here wants to be older. Я всегда стараюсь быть молодым. But I always try to be young. Но я хочу сказать одно, что это все равно не работает иногда. But it doesn't always work, you know. Как бы там сестры не мазали, regardless какой of the бы крем вы не получили на свое лицо, cream you put on your face as a sister. Вы самые лучшие, но You're the best, but но жизнь есть жизнь. Age and time но and я хочу life сказать, takes its toll. Но внутренний наш человек имеет силу обновляться. Our inner man has the power to be renewed. Так что мы будем вечно молодые. So we will be eternally young. Amen. Вот я не знаю, или неверующие люди могут радоваться, чем мы сегодня радуемся. I don't know if unbelievers can be happy Потому about what I'm saying today. Потому что мы можем только верующие это сказать. Because only believers can say this. Что самые духовно здесь молодые, вот это сестры, которым после 80. That spiritually the young ones here are in youth are these elderly Почему? Wonderful Потому women Почему? Потому что Писание говорит, что духовный человек из дня в день обновляется. Because our spiritual man is renewed daily. Все, опа, поменялось. Вот да, а мы по-плотски думаем, о, я уже постарел, flesh, и депрессия know, меня наполняет. And I'm old and I'm depressed, или еще какой-то процесс, вы знаете, каждый период. Aging process, вот, это не know, только, вы не думаете, что это только вот этих типа старших. Человек, don't think it's just the older, elderly который 20 лет, каждый десяток лет люди переживают какой-то, и стукнуло 20, you, потом... As you age by each decade, from 20 to 30 and so on, there's changes. Somebody who's 30 might be depressed because he's not 20 anymore. Oh, I'm sorry. You can't go back in time sometimes. Every decade, there's a change that happens, a shift. That's why we come to church to be fixated within our minds and be strong. That if you're renewed and growing spiritually, значит, ты в правильном на месте и правильно делать. You're headed in the right direction and doing the right thing. А что у меня к вам вопрос? Будем обновляться, будем расти дальше? Should we renew and keep going forward and growing? Hallelujah. My question is. Hallelujah. Hallelujah. Вот это поможет нам вырасти дальше. Let us и keep победить. Growing and this will help us. Я бы хотел, чтобы мы были очень сильно благодарны. I want us to be grateful. Благодарны Господу, что нам открыто, как Бог открыл апостолу Петру. Grateful that the Lord has revealed His word to us as to the apostles. Он ему открыл то, что другие, может быть, этого не видели. The Lord has revealed to Peter things that were hidden from others at that time.
Может быть, это много для чего для него стоило. And maybe it was paid a great price for this. Но он увидел в Христе живого Сына Божьего. But he saw within Christ the true living Son of God. И Христос сказал, что на таком внутреннем состоянии. And Christ said that with such an internal condition. Вот именно на таком внутреннем состоянии я могу построить свою церковь. Specifically with that condition within, I can build my church upon this. Если мое состояние правильное. If my condition within is right. Бог может что-то строить. Then God can build something on it. Hallelujah. Я знаю, я хочу просто еще одно место прочитать. I want to read one more passage. Эти места из Библии очень сильные, очень укрепляющие. They're very inspiring and very И я верю, что они вас очень сильно благословляют. And I believe that they greatly bless us, these passages. Это Святой Матфея, 16 глава, 13 и 19 стих, и вы по-английски можете максимум поставить. Matthew 16, 13, 19. Matthew chapter 16, 13 through 19. Читаю? Значит, о, я извиняюсь. 16, 21, 26. I'm sorry, Matthew 16, 21 through 26. I'm glad you're here. You helped me. Sorry, I didn't mean to interrupt, but... Это... С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, пресвященников и книжников и быть убитым. И в третий день воскрес. И отозвал его Петр, начал прикасывать ему. Будь милостив себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал к Петру, отойди от меня, сатана. Ты мне собус, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но то, что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Это тоже очень глубокое место из Писания, которое очень важно знать. Потому что мы не только проходим разные испытания, как я сказал в начале. Because we don't just go through different trials and tribulations, like I said before. Мы иногда проходим испытания на разных уровнях, даже и на душевном. Sometimes we go through different levels, either physically, spiritually, emotionally. Мне всегда это место как бы чуть-чуть даже не нравилось, когда как он мог назвать святого апостола, такого величайшего апостола, который тень его исцеляла людей, он мог сказать, отойди от меня, сатана. You know, sometimes I was grieved that how can Jesus say, like, depart from me, Satan, on somebody who's holy, an apostle, whose shade would fall on other people and heal. Я даже думал, может быть, Иисус ошибнулся, но Господь не ошибнулся, наверное. Shadow, I'm sorry. And I thought, maybe Jesus was mistaken, like, how could he call him Satan, you know? На моменте даже апостол мог ошибнуться. But even at that time, even an apostle Peter could have made a mistake of saying the wrong thing. Он хотел, чтобы Господь себя пожалел тогда. He didn't want the Lord to suffer. Пожалел тогда, когда он должен был вообще спасти мир. Because he wanted, Jesus was supposed to save the world. То есть воля Божья была спасти мир. The will of God was to save the world. А он пришел со своим, говорит, я тебе перекрою, типа, ну, получается, в реальном, я тебе перекрою and, спасение. In reality, Peter's saying, here, let me just kind of block off salvation for others, you know, come in the way, be a hindrance. Он хотел, как бы, перекрыть, но это не Божье, это сатанинское. Block him, and so that's why this was not of God, this was of the devil. Это не подумайте, Христос не мог бы просто его, ну, сказать, что ты сатана. Don't think that he called him directly, you are the devil. He didn't, no. Может быть, он даже и обиделся, я не знаю. Maybe Peter was grieved by these words. Он сказал, отойди, сатана. Он сказал, наверное, самому сатане, отойди, сатана. But he was talking to the Satan himself and said, leave or get away from сказал, him. Ты думаешь не о том, что Божье. He just said that you are thinking of the things а that are not том, of God, человеческое. But of man, things of man. Потому когда мы идем на более глубокий духовный уровень, that is why when we are on the waves of spiritual growth, мы всегда будем стоять перед серьезным выбором. Prior to making a critical decision, мы даже как будто в этом собрании про это не хотим говорить we сейчас. We almost don't want to even say these words at church right now. Но Писание говорит, Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, but Jesus told his disciples, those who want to follow me, отвергни себя. They need to deny themselves. Это как будто мы не знаем. Like we don't know this. Кто знает, что такое отвергни себя? Who knows what it means to deny themselves? Знаем. Yep, we know, right?
Ну, а что мы знаем, возьми свой крест? Well, what does it say to take your cross upon you? Вот что мы знаем, как взять, какой крест взять? How, what kind of cross do we take? Мы как раз на этом рассуждали на ретрите, что там один человек взял крест и ехал через всю страну. Даже, по-моему, через весь мир. There was actually a man who took a cross and went through, traveled through the whole country on his back. Or the whole world or something like that. We discussed this at the retreat. Ты можешь взять самый тяжелый крест на свои плечи. You can bear the hardest, heaviest cross on your shoulders. Аж загнуться под этим крестом. And bend under it. А себя отвергнуть не сможешь. But still not deny yourself. Я видел в собрании очень много людей, верующих за свою жизнь. I've seen many people through my life. Которые проходили собрание 30-50 лет, так и себя не отвергли. Who come to the church for 30-50 years, but yet could not deny themselves. Я знаю, что может есть много других значений, как взять вот этот крест. I know there could be different meanings to the phrase to take the cross upon yourself. Но оно для меня говорит взять крест твой. But for me it means to take a cross upon me. Для меня так говорит крест, говорит это умереть для себя. For me the cross signifies a death unto myself. То есть отвергнуть себя, отвергнуть denying себя. Denying myself. И умереть для себя. And to die for myself. Somebody can say, well, how do I even как live? Будем how жить, друзья, если мы умрем? How can we live if we're dead? И это всегда идет более глубже на духовный уровень. Of course, this is spiritually a deeper level. И многие из вас, и многие из нас, и многие из других, даже из других церквей. Many of us here from different churches. Мы все стараемся как-то. We all try to. Что мне сделать? И мы говорим, как бы мне духовно быть, что мне делать? Well, what can I do spiritually to grow? Я хочу быть на правильном уровне. I want to be at the right level. Я хочу делать дело Божье правильно. I want to do the work of God. Я хочу быть в правильном положении перед Святым Богом. I want to be in the right way in front of God. Ну что же, как поступить? How should I act? И вот это самый тяжелейший процесс, который есть, я думаю, в христианстве. And this is the hardest process as Christians that we go through. Вот вы согласны с тем, что это самый тяжелый процесс, когда мы начинаем Do you agree that this is the hardest process where we become meek and walk in humbleness? Потому мы очень сильно подчиняемся вот этому служению, которое перед нами. That is why we come to this, partake of this, and bow down to what we're about to do. И мы понимаем, что только Он мог это сделать. And we understand that only He could have accomplished this. Вот он мог это сделать. Only he could have Господь done this. Господь мог это сделать. The Lord could have done this. Он смог отвергнуть себя. He could deny himself. Взять крест. Take the cross. И, возможно, это для нас хороший символ, что он действительно взял его на плечи. And maybe for us it's a good symbol of him taking it upon his shoulders physically. Но в принципе, в реальности. But in reality, in principle. Это было внутреннее в его борение в Гефсиманском саду. This battle at the Garden of Gethsemane was within himself. Где у него была прекрасная жизнь, дарованная отцом. Where he was this wonderful life that was given by the Father. И где он видел, что сатана его убьет. And where he saw that the devil, the enemy, would kill him. Ну, давай так сказать, смерть смотрела в глаза. And death stared him in the face in this Garden of Gethsemane. И он знал, что приближается смерть. He knew that death was drawing near. И он сказал, Господи. And he said, Lord. Да возможно, эта чаша. Father, if it's my will, may this cup pass me by. Да возможно, эта чаша. If it's my will. Он как бы хотел, чтобы оно как-то. Он говорил, да возможно, она минует. Almost но, wanted, almost. If it's знаем. Possible. Да but будет we know, твоя воля. But we know what he said. Let your will be done, not mine. Мы не можем порой сказать, да будет твоя воля. Sometimes we can't utter the words, let your will be done. На полное очищение меня. And fill me with cleansing. Но мы говорим эти все формальные слова. We say these words formally, you know. Мы говорим такие святые молитвы. These holy prayers. Что мы можем уже как бы дать five фарисеям. That we can give a high five to the Pharisees of our time. Делаем все правильно. Мы делаем все правильно, правильно We do молимся. Everything just and right. Мы даже молимся, можем такие делать возвышенные молитвы. We even can proclaim in these Господь prayers. Господь превознесенный, величный. Это хорошо. Oh Lord, exalted and so on and on. It's good. Но когда идет дело, But when it comes to, когда вот это смотрит нам в глаза, when something is staring us down, и нам надо умереть, and you need to die для греха, for sin,
нас не получается. We can't be successful in it. В какой-то определенный момент можем обмануть. In such a crucial time we can lie. Какой-то поворот мы можем пожалеть свое тело. During some obstacle comes in and we kind of hold ourselves back or cherish ourselves more than we should. Если что-то нас сожмет. Something kind of squishes us or makes us uncomfortable. Из нас может что-то вырваться не то. Maybe something can come out of that that shouldn't be there. Мы с братьями как раз тренировались, как бы так, чтобы не сказать какое-то плохое слово. We talk about this with brothers. How can you withhold yourself from saying something bad or evil? Конечно, мы здесь на кафедре стараемся говорить самые прекраснейшие слова. Of course, here we want to say the best things and best words. Но в жизни все чуть-чуть в жизни мы более проверяемся. But in life, you're checked more often under pressure. И потому отвергнуть и умертвить себя. And so to die and deny yourself. Очень многие другие места в Писании говорят. Всякий остаток злобы. Other passages quote and say any residual resentment or upset. Чего-то какого-то гнева. Something that is left remaining after some. Что-то внутри у человека может еще остаться, что оно не очищено, не должно очиститься. Some resentment that is left behind, that is uncleansed, some anger, something. Ну вы представляете, there that shouldn't be there. Христос так мог сказать, что среди вас вы все чисты, но не все. Well, you know, Christ can say, you all are pure, cleansed, but not all of you. И я не хочу попасть в ту категорию, чтобы я был нечист. I don't want to be the one where he says, not all of you, and be in that category. Кто из вас хочет, чтобы Христос сказал, что вот пришел, чтобы вы нечист? Кто из вас? Who here does wants Jesus tell you, you're not, you're unclean? Я не вижу ни одной руки. I don't see any hand. А если в реальности действительно кто-то из нас нечист? Maybe someone is unclean or impure. То мы просто не сможем иметь той коммуникации с Богом. Then we don't have that communication or fellowship with God. Наши мне молодые объяснили соединение с Богом, говорят, это как Wi-Fi. The youth here explained my every fellowship with God is like your Wi-Fi status. Если Wi-Fi не работает, ничего не повидишь. If you don't have Wi-Fi, you're not going to be connected to God. А если твое духовное состояние настроено. If your Wi-Fi is in tune or your spiritual state is in tune, будешь иметь связь с Богом, и Бог тебе поможет. You will have a connection with God. И это последнее место прочитаю вам очень хорошее. The last passage that is very great. Очень непростое, как бы сильное место, которое просто нас так как бы, ну, просто как-то поднимает нас. That kind of lifts us up and makes us rise. Филиппийцам 2 глава 11 с 1 по Philippians chapter 2, verse 1 through 13. You can just read it. Много стихов, но они очень легко. A lot of verses, so read it on the slideshow if you need to. Как в них, ну, воплотиться и взять их. Let us come into almost like the flesh and take these words. Пожалуйста, послушайте эти стихи сердцем. Listen to it with the abundance of your heart. Они связаны с вечерей Господней. Они связаны с вечерей. They are tied into the communion of God of the Last Supper. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но каждый смирит, по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижив себя самого, принял образ раба, сделался подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему это очень сильное место. Мне так вот аж чувствую благословение. Послушайте. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, и славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии в нем, но гораздо более ныне
во время отсутствия моего со страхом и трепетом. Совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Здесь показано о послушании, о котором мы говорили тоже. It is shown of obedience here that we talked about with men. Нам послушание самое очень не нравится. Даже маленьким детям. Кому маленьким детям нравится послушание? Obedience is disliked by many. Even the little kids don't like it. А мы разговаривали там за наших детей и мальчиков, и девочек. Я говорил, что у меня девочки росли. As I had little girls that were growing up. Но там мне какой-то браток сказал мне, что и девочки, говорит, такое могут сделать, что... Somebody said, oh yeah, and the girls can be rowdy too. Нету разницы. It doesn't matter. Смотришь, оно здесь, оно там, и оно такое сделало, что... See, they're here. То есть послушание надо и мальчикам, и девочкам. And so obedience need to be taught to everybody, boys and girls. Просто мы всегда думаем, что дайте так, если девочки, там, если это твои дочки, то это легче. We just kind of have this idea that if they're girls, it's easier, and that's not so. Дьявол как и те хочет обольстить. You know, unfortunately, the devil wants to trick those and those. И Христос показал пример, что говорит, я показал вам пример. And Christ has showed us an example. И здесь как раз показано, что он показал пример до смерти и смерти крестной. Unto death and death on a cross. Потому мы не можем. That is why we cannot. За кого-то умереть. Die for someone. Я не могу кого-то заставить не говорить плохое слово. I can't force someone not to say bad words. Мы должны сами сразиться с этим плохим словом. We need to battle with this ourselves, with these bad words on our own. И мы должны сами сразиться с с каким-то барьером, или мы говорим по-английски stronghold, твердыней. And we need to fight with these and battle with these strongholds within our mind ourselves first. Мы имеем внутри иногда что-то застряло через нашу жизнь, и оно сидит там. Within us, these strongholds kind of get stuck, and we're being pulled back to that point where things go wrong. И потому Бог не может нас употреблять. And that is why the Lord can't use us past that point. Бог только по той причине нас не может употреблять. He can't use us just because you're still there in those strongholds. Потому что что-то перебивает внутри нас. Because there's something that comes in between us. И если мы духовно не настроены, and if we're not in tune or in the right place spiritually, то от нас люди будут убегать. People will run away from us. Они будут нас бояться. They'll be scared. Потому что вот эти твердыни, они где-то могут выскочить что-то. Because these strongholds can rise up suddenly and just shoot out, you know. И мы как бы говорим не про кого сейчас, потому что я не мне кто-то больше сейчас мысль ловлю. У нас здесь такие все ангелы. And I'm just at this caught myself thinking we have all these angels here. Nobody has it. Nobody goes through this here. Но понимаете, что когда человек может иметь какую-то твердыню в разуме, but you understand that when someone has a stronghold or a firm или что-то неочищенное, or something that's unclean within themselves, или чем-то ослепленным, or if they blinded by something, человек может этого даже не видеть. He might not even see this. И мы до конца не можем понимать, почему этот человек ранит всех вокруг. And we don't understand the full depth of why he's causing injury to others around him. И если спросишь человека, and if you ask him, говорит, я хочу делать только добро. I only want to do goodness and good things. Но получается одно зло. But it turns out that it's just evil that. Вы встречали таких людей? Have you met these kind of people? Вроде человек спросил, он сказал, делать добро. You ask him, he thinks he's doing good things. А в конечном, в натуре он делает зло. But the result of his doing is evil. По какой причине? What is the reason? Потому что до конца не очищено сердце. Because they're not fully cleansed, their mind, their heart. Потому Писание говорит. That's why the scripture states. Если у нас есть полнота единства, if we have fullness of unity, только тогда, only then, может быть простота и действие Духа Святого. There can be simplicity and acts of the Holy Spirit. И только тогда дары смогут сильно проявиться. Only then will the gifts of the Holy Spirit be revealed to us. Only then.
Иначе otherwise, мы опускаемся снова на тот уровень. We come back to this level. Мне бы не хотелось туда опять возвращаться. I don't want us to go back there. Вот не хочется туда возвращаться. Well, I just don't want to go back there. И Писание говорит, истину говорите друг другу. Where it says, speak the truth to each other. И если этого нету, and if you're lacking in this, если между нами нету полной истины, if there is no full confession and truth between us, а полная us, истина — это полное подчинение Божьему Слову. And the fullness of the truth is the fullness. И познайте истину, истина сделает вас свободными. It says, you will know the truth, and the truth will set you free. И когда это свобода, and this truth, приходит в наше сердце. What comes into our hearts? Эта свобода настолько переполняет, and it overflows in our hearts, что приходит, как брат говорит, последняя характеристика духовного человека — это полнота любви. Like the brother said, a fullness of love is a characteristic of a person. То там могут двигаться дарования Духа Святого. Only then, in this fullness of love, will there be a movement of the Holy Spirit of His works. Люди говорят мне, ну, есть Бог может употреблять и скверных людей, people с плохим say, характером, Бог say, oh, может no, их the тоже Lord, употребить. The Lord can use anybody, the stubborn and the rough around the edges person. Я видел таких людей, знаю. And I know I offended some people. И, ну, это не самый лучший вариант. But you know, yes, God can, but this is not the best possible outcome of using somebody who's not ready. Бог иногда даже может употребить и неверующего человека, понимаете? God can use an unbeliever to speak to you sometimes, yeah. Но я хочу сказать, but I want to say, что Бог очень любит работать. God loves working with через чистые and through a clean и верные and trustworthy сосуды Божьи. And faithful vessels of God. Аминь. Amen. Я бы хотел, чтобы вы сказали, что это мы. I want you to say that верные, this is you. Чистые, faithful, сосуды Божьи. Cleansed, pure vessel of God. I want you to тогда say that нам, you are this. Тогда нам есть дерзновение. Of course, then you have a boldness приходить к этой вечере. To come to this last и сказать, мое say, сердце чисто. My heart is pure, God. Я не разделяю свое сердце с миром. I don't cause division between my heart and this world. Я не Юда Искариот. Or I'm not Judah the Iscariot. Я не предатель. I am not a traitor, betrayer. Я не тот, который одна нога в мире, одна нога в церкви, в доме Божьем. I am not divided with one foot in the world and one foot in the church. Я есть одно тело. I am one body. И я принадлежу к этому телу. Я принадлежу к этому телу. And I belong to this body. И потому вечеря становится очень сильной и яркой. And that's why the supper becomes very contrastful and powerful. Потому что мы чувствуем один другого. Because we feel the unity of each other here. Мы чувствуем один другого или do нет? Do we even feel each other here? Если есть у вас утешение во Христе, если есть какое-то сострадание. If you take consolation or empathy towards each other, and like it says here. Мы должны сочувствовать один другому. Then you should, you know, feel for each other here. Мы сочувствуем друг другу. Мы сострадаем друг другу. Do you feel sorry for each other? I should say, do you feel empathy? Только тогда. Compassion. Только тогда мы сможем попадать в волю Божью. Only then can you come to the will of God and do it. А не только, а не чтобы что-то, я что-то свое. Not just that I do something of myself or my own. Это не пройдет. This won't fly. В Царстве Божьем, а так оно не работает. In the kingdom of God, things don't work like that. Мы должны отвергнуть себя. You need to deny yourself. Взять смерть Христову. Take the death of Christ. Умереть для себя. And die for yourself. Я даже скажу сейчас, я сейчас скажу даже к лидерам, к служителям. And more so, I want to tell the leaders in the ministry. Какое бы служение мы ни делали. Regardless of our ministry that we're doing. Евангелист, проповедник. Evangelism, preaching. Никогда. Я просто хочу сказать с этой кафедры и в эфир туда тоже. I wanna никогда say it here, and never, служение не будет иметь успеха. Never. Your ministry will never be successful. Если человек не отвергнет себя. If a person does not deny himself. И не возьмет смерть. And take this death upon him. Для своего характера. For his characteristics. Для character, своего характера. For his character. Для всего то, что осталось еще не очищенное. For everything that is left unclean and remains there. Потому что принести свет во тьму. Because in order to bring light into the darkness. Надо быть светом. You need to be that light. Чтобы к этому свету пошли люди. So that people are drawn to this light. Amen. Я хочу, это очень нелегко. It's very hard to do.
Я просто призываю вас быть сострадательными, чувствительными, and sensitive to others, молиться один за одного, to pray for each other, поддерживать один другого, to encourage and to encourage each other. Сегодня брат Петя говорил, что он где-то палец там чуть зацепил. Brother Peter said that he nicked his finger somewhere or got stuck. Мне аж плохо стало. I was faint, lightheaded. Потому что многие из нас кое-что проходили это. Oftentimes, a lot of us have gone through things, right? Я чуть не хотел за него здесь помолиться, но Господи, укрепи его палец. Pray for Brother Peter here, like Lord, heal his finger. Да, он мужик такой крепкий. He's a strong man of God. Он может все выдержать. I think he can. В любом случае, все равно мы должны почувствовать один другого. We need to understand that we need to have compassion towards each other, long suffering. Но у нас есть еще одна проблема в славянской системе. In our Slavic community, we have one more problem. Мы еще очень хорошо чувствуем, когда кому-то что-то плохо, мы еще очень так это. When someone's suffering, we like to add another punch, you know, like, oh yes. Это brother. Еще как-то мы, слава Богу, помогает. Like we, you know, almost encourage, help along. We need to cry with those that are crying and weeping. Если брат построил новый дом. If somebody built a new house, our brother. И он приехал на шикарной машине. He showed up in a nice car. Нам плохо. We feel sick. Но не говори, я про это говорю очень много раз. I've often spoke of this in our church. А если у кого-то еще получилось позаниматься спортом, and if somebody's athletic, you know, и он что-то там продвинулся, and he has some success in his sportsmanship, и у него уже в сердце, а че я поправился? And you get upset. Well, why am I gaining weight? Все, я уже злой на себя и на него. And that's it. I'm so mad at myself and at others and. Давайте мы будем радоваться с радующим. Let us rejoice with those that are rejoicing. А вы думаете, мы приходим в церковь? And you thought we come to church? И мы хотим, чтобы здесь великая благодать нас накрыла. And we want this abundant grace to cover us. И чтобы миллионы людей пришли к покаянию. And million people come and repent. А если я не могу вместить эту сестру? But if I can't put up with this sister? Или этого брата? Or this brother? Потому что этот брат хорошо выглядит, или эта because сестра? Because they look better than me. То как Бог будет меня наполнять? Then how can God fill us? Он говорит, ты себя видишь? Do you even see yourself? Почему ты влепился в другого человека? Why are you so focused and obsessed with this other person? Нам нужно это очищение. You need to be cleansed and purified. Я бы много больше сказал. I could say a lot more. Как слово говорит, думаю, что мы не в силе это принять. But we're not in strength almost to accept the whole. Но мы не должны это делать. And we don't need to take it all in at once. Мы на этой men's retreat мы договорились одну вещь очень хорошую. At this men's retreat we brought to a point one critical fact. Дай Бог, чтобы это случилось. Let it come to pass, God willing. Но вы мне скажите, я должен 60 лет человеку говорить, брат, тебе надо трудиться, проповедовать, me, а он не хочет. Do I need to tell a 60-year-old man, скажите, hey, you need to be in ministry, you need to preach, you need to, do I need to force him to do an all this at his age? Человек должен иметь призвание от Бога. Or should he have a calling from God himself by 60? Потому мы сделали такой анализ духовного зрелого человека. We did an analysis of a spiritually mature man. Если человек помазан, призван Богом, they're called and anointed by God, он всегда будет говорить, как я могу послужить. He will always say, how can I serve you? Не, я сделаю, как я хочу, чтобы все переломать. Not I will do everything, no matter what it destroys. А как я могу послужить? И скажите мне, как это сделать? How can I do this? И мы скажем, как вместе посоветовать, и это будет классно. And together in fellowship we will serve. Чтобы это благословило народ. So that it blesses the people. Я считаю, что это зрелость. I feel that this is full maturity. Я прошу братьев, пройдите сюда. I ask brothers to come forward. Мы будем совершать это служение. Хотелось бы еще поговорить об этом всем. I would like to talk about this even more. Я даже хочу сейчас помолиться. And we will pray right now. И помолиться, чтобы мы, ну, пожалуйста, не бойтесь, не бойтесь. Don't be сейчас afraid все так закрыли, думают, наверное, Сарис скажет про меня. He might be wondering, oh, he's going to put me on the spot. Вы знаете, вот сила есть в том. The power lies within.
когда мы сами очищаем себя. When we ourselves purify. Когда мы не ждем, что придет пророк и скажет. When we don't wait for the prophet to say, hey. Знаете, человек, который не хочет слушать правду. And somebody who doesn't want to hear the truth. Ему, если встанет мертвый из мертвых. If the dead will rise in front of him. Он не поверит. Библия так говорит. He won't even believe that. The Bible says that. Человек, который не хочет слушать правду, поднимется мертвый. Scripture states, even if the dead rise up again, resurrect. Вы знаете это место. You know that passage. И он все равно не поверит. He will still deny it if he doesn't want to believe the truth. Потому. That is why. Я сейчас скажу очень простое слово. I'll just tell you Нам simply. Надо этого захотеть. You need to desire this. И я молюсь, чтобы Писание говорит, потому что Бог производит вас хотение и действует по своему благоволению. And I pray that the Lord says here, the Lord leads you to the grace of this fullness of this being. Заключение моей проповеди. And in conclusion of my sermon. Я очень хочу. I deeply desire. Чтобы каждый из нас. Each one of us. Всех, кто прихожане, всех, кто смотрит нас. Each one here and online. Давайте мы захотим и будем начнем. Сами расти. Let us want to grow spiritually on our own. Искать от Бога призвание. Seeking the calling of God. Выполнить Божье задание. And fulfill the assignment He has for us. Самым наилучшим способом. In the best possible way. Чтобы прославилось имя Господне. That His name be exalted and praised. Чтобы были очень полезны для церкви. That we be useful for the church. И для неспасенного мира, который вокруг нас. And for the dying in this world around us. Давайте мы встанем. Amen. Let us rise. Давайте мы помолимся. Let us pray. Помолимся, приготовим свое сердце. Я верю, что вы готовились. Prepare our hearts and condition of our hearts. I know you were ready. Давайте мы пройдем через эту смерть. Давайте мы постараемся сказать, чтобы Господь умертвил это все в нас, что мешает ему. The death and the past of Calvary and get rid of everything that is hindering us in a way. Чтобы все, что у нас нехорошее, оно ушло, а все хорошее пускай остается и умножается. Помолимся, дорогой Господь. Я очень Тебя благодарю. Господи, приношу свое сердце, приношу свои мысли, приношу свои даже намерения, самые сокровенные перед лицом Твоим. Прошу Тебя, очисть, освяти, преобрази нас, покрой кровью Агнца, чтобы эмоции, еще что-то, оно не имело места в нашей жизни, Господи, чтобы Твоя совершенная воля, которая есть освящение наше, чтобы эта совершенная воля проявилась в нашей жизни во имя Иисуса, Господь. Я прошу Тебя, дорогой Господь, благослови церковь Твою. Помоги нам, Господь, чтобы мы могли подключиться в Твое соединение и получать от Тебя совет, руководство, чтобы Ты нас повел Духом Святым. Чтобы, Господь, мы были полезны для себя, для своей жены, детей, для церкви, для людей, чтобы мы были полезны, Господи. И все, что нам мешает быть, Господь, послушай Тебе, Господь, сними это и очисти нас, Господь. Я верю, что произойдет умножение, Господь. Я верю, что Ты, Господь, умножишь в нашей жизни этот духовный рост. И я верю, что через это еще многие люди придут к покаянию и к спасению. Господь, потому, Господь, мы все себя отдаем, всей церкви мы отдаем себя Тебе, Господь. Очисти, освяти нас, приготовь нас к этому великому, очень святому, важному служению, чтобы мы были все на одной ноте, в единстве, чтобы у нас были одни мысли, чтобы у нас было одно сердце, чтобы мы были верны друг другу, чтобы мы были почтительны, чтобы мы ближнего своего почитали высшим себя. Дай нам это, Господи. Как нам этого достичь, Ты один знаешь. Освяти нас, Господь. Укрепи нашу веру, укрепи наш дух. Открой нам, как делать правильно служение лучше и лучше, Господь. Открой нам, как Тебе служить лучше и правильно. Господи, во имя Иисуса. Помоги нам делать правильно Твои дела. Во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за моих братьев, которые здесь вышли послужить. Благослови их, Господь. И меня благослови, Господь.
Я верю, что ты приготовил нас к этому служению. И мы сейчас разнесем, Господь, мы помолимся. Твою вечерю мы хотим смотреть на Тебя. Мы хотим быть послушны до смерти, смерти креста. Иногда нам не получается, но помоги нам взять эту смерть. Взять, Господь, этот крест. Умереть для себя, Господь. Для своего эгоизма, для своих желаний плотских или душевных. Помоги нам пойти за Тобой, Господь. Посвятить себя более, Господь. Это служение, Господь. Это служение очень важное, которое Ты сказал, чтобы мы вспоминали смерть Твою, Господь. И вот мы вспоминаем, Господь, чтобы умереть для себя и жить для Тебя, Господь. Пускай это преображение, это изменение поможет нам, Господь, быть более верными, быть более стабильными, быть более сильными в Доме Божьем, в служении, во всем, Господь. Аллилуйя! Поклоняюсь Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Я хочу вам напомнить, что как Господь Иисус в ту ночь, которую Он был предан, Он взял хлеб, возблагодарил, прославил, преломил и отдал Своим ученикам. Так же само Он взял чашу вина, благословил и сказал, это кровь Моего Нового Завета. Для нас это ценность и вдохновение. Я хочу, чтобы вы были благословенны и вдохновлены. Я верю, что вы Словом Божьим были очищены. Я верю, что вы в молитве освятились. Я верю, что вы это сделали. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились, как сделал это Иисус Христос, так и мы сделаем. Молимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за хлеб и вино, которое стало плотью и кровью. Господь, мы приносим это пред лицо Твое и просим Тебя, благослови Ты из хлеба жизни. Ты есть Господь, который пролил за нас Святую кровь. И мы хотим вдохновиться, мы хотим исцелиться. Господь, я благословляю, Господь, хлеб и вино, пускай оно символизирует, Господь, Твое тело и Святую кровь. И пускай люди, которые подготовили свое сердце, которые примирены с Тобою, которые имеют водное крещение, пускай они переживут силу, пускай они переживут вдохновение, пускай они переживут укрепление в Тебе, исцеление тела во имя Иисуса, для Твоей славы, во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Я думаю, что мы будем молиться, поклоняться, славить, вы себе вдохновляетесь. Постарайтесь еще несколько минут быть сконцентрированы. Я знаю, что мы так, нам не за тяжело часик там побыть на одном месте, но постарайтесь. Братья понесут вам, и вы будете благословенны. Если вы есть член церкви, то вы можете участвовать. Если вы не член церкви, не имеете водного крещения, вы можете воздержаться, но мы хотим, чтобы вы были с нами здесь. Если без другой церкви вы тоже можете поучаствовать. Пускай вас Господь благословит. Если вы на каком-то замечании или исключении, я всех не знаю, кто пришел, то вы можете также само воздержаться. Но если вы приготовлены, пускай небо будет в вашем сердце. Кто не участвует, вы можете сесть. Освободила меня кровь Христа, омыла меня от всякого греха. Кровь Христа, кровь Христа.
освободила меня. Исцеляющий, благословляющий нас и вдохновляющий нас. Благодарим Тебя за поклонение и хвалу. Ты достойный. Аллилуйя, аминь. Рады, что вы еще молитесь. Нам надо. Все поучаствовали, никого мы не пропустили. Давайте, друзья, закрывши наши глаза, мы глубоко посмотрим в свое сердце и поблагодарим Господа за все, что Он сделал для нас. Мы благодарим Тебя, Иисус. Ты дал нам жизнь. Аллилуйя Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам благословение, за то, что Ты один день воскресишь нас из мертвых. Слава Тебе! Это наша надежда, это наше упование, Господь. Мы не знаем, когда Ты придешь, но мы знаем точно, что Ты придешь за нами. Аллилуйя Тебе, Иисус! Мы благодарим за это прекрасное время у Твоего стола, Господь. Аллилуйя! Много Ты исцелял нас, Иисус. И Библия говорит, что в ранах Иисуса Христа наше исцеление, Господь. Аллилуйя Тебе, Иисус. И мы принимаем это, Господь. Мы принимаем жизнь. Мы принимаем исцеление. Мы принимаем благословение через Тебя, через Твою жертву. Потому что Ты показал пример, Господь. Отвергнув себя, взял на себя крест наш, Иисус, аллилуйя. То, что мы, Господь, должны были понести, там мы должны были умереть, но Ты взял на себя наши немощи и наши болезни, аллилуйя. Люди думали, что Ты был поражаемый, что Бог ударил Тебя, но Ты взял наши немощи и наши беззакония, аллилуйя Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя сердечно, Господь. И мы славим Тебя за то, что в Тебе мы имеем надежду. Мы верим в Тебя, Господь, и благодарим Тебя за то, что мы на этом месте. Не потому что мы, но потому что Ты, Господь. Ради Тебя мы пришли на это место, чтобы прославить Тебя. Ради Тебя, Господь, потому что Ты захотел спасти нас. Ты захотел обновить нашу жизнь.
Ты поднял нас из того рва, кто никто не мог поднять нас, но Ты нашел нас, аллилуйя. Ты пришел на эту прискорбную землю, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя Тебе, аллилуйя Тебе, аллилуйя Тебе, спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Боже мой, я прошу Тебя, чтобы Дух Твой Святой и в этот час подошел к каждому сердцу. Господь, Ты утешитель, Дух Святой, утешь каждое сердце и благослови каждое сердце во имя Иисуса Христа. Мы славим Тебя, Боже мой, потому что Ты великий Бог и Ты достоин славы. Аллилуйя Тебе. Аллилуйя Тебе. И на все эти слова вся церковь скажет: аминь. Благодарим Тебя, Иисус.